Sorry, how much song song? How much you know? Moment, please. Oh, okay. I'm sorry. Excuse me. 274. Что, собственно, в этом видео хочу показать. Сейчас покажу вам магазин, где можно купить алкоголь по самой дешевой цене на Пхукете, по крайней мере. Это оптовые магазины алкоголя. Ну, я вообще против алкоголя, но если кому-то нужно, может быть, да, все-таки кто приезжает на неделю, там, на две, им все-таки хочется, наверное, расслабиться, зачастую выпить алкоголь. Я сейчас вообще стараюсь не пить алкоголь, ограничиваю себя, хотя, в принципе, выпить могу иногда. Но вот пока вот уже практически неделю я здесь нахожусь на Пхукете и не пью. Ну, в общем, где находится такой магазин? Сейчас покажу вам, где находится один из таких магазинов. Вообще их вроде как три магазина таких. Вот сейчас покажу вам один и второй, в котором я был. В третьем я не был. Это вторая улица, которая идет вдоль моря. То есть первая это пляжная улица, вторая это вот на Патонге, да, я иду. Отель Nobel House. Один из этих магазинов находится напротив отеля Nobel House. Ну, Nobel House, так скажем. Ну вот, чтобы вам был ориентир, название отеля Nobel House, по карте можете посмотреть, по Google увести. И вот напротив этого отеля, вот здесь справа, находится магазинчик оптовый. Посмотрим, какие тут цены. Так, сомтонг, сколько стоит сомтонг, сколько сомтонг стоит? Супериор. Sorry, how much сомтонг? How much, you know? Moment, please. Oh, okay. I'm sorry. Excuse me. 274. 274 стоит. 274 бата. Но, во всяком случае, это все равно дешевле, чем в 7-Eleven и в Big C. Blend стоит 253. Тонг. 236. Но самое нормальное пойло по соотношению цена и качество это вот это сомтонг, это ром, тайский ром известный. Ну давайте посмотрим еще. Ну это вот один из магазинов, один из трех магазинов.
Пиво стоит 44 бата. Пиво Чанг. Вот еще дешевле вот это должно стоить. Арча. Это самое бюджетное пиво в Таиланде, насколько я помню. Правда, цена нету. Но, по идее, должен дешевле стоить, чем Чанг. Подешевле чуть-чуть. А вот, кстати, Red Label. Только цены нету. Вот даже вода стоит 5 бат. В 7-Eleven 7-8 бат, 9 бат стоит. Здесь стоит 5 бат водичка. Тут у них огромный склад, тут закупаются все местные бары. Все, кто держит бары, всякие ресторанчики, здесь все закупаются алкоголем в этих оптовых магазинах. Но это вот один из трех, который я знаю, это один из трех таких оптовых магазинов. Второй вам сейчас покажу, еще тоже второй магазин. Третий находится на пляжной улице. Это на Патонге. Все три магазина находятся на Патонге. Кстати, Red Label маленький стоит там 270 бат, по-моему, я посмотрел. Ну, это маленький, плоская бутылка такая. Большую так что-то ценника не нашел. Но в любом случае это дешевле, чем... Это дешевле, чем Big C и дешевле, чем 7-Eleven. Так, ну что, пойдем сейчас дойдем до второго магазина. Покажу второй магазин. Ну что, вот, собственно, не успел я только выйти из магазина, меня уже облили и раскрасили тальком. Они начали уже праздновать Новый год. Сейчас буду весь мокрый ходить. Я думал, они будут завтра обливаться, а они уже сегодня начали. Короче, пипец полный. Я весь мокрый уже. Ладно, пойдем дальше. Я сейчас иду по пляжной улице. Меня уже всего еще раз 5 облили. Еще намазали тальком. В общем, праздник начинается. Празднование Нового года начинается. А, идем во второй магазин. Оптовый, где продают алкоголь. Он находится на Бангла Роуд. Если, конечно, его не убрали. Там на Банга Роуд есть улочки, которые уходят в бока, так скажем, да, от Банга Роуд. И где-то, на самом деле, где-то еще здесь есть. Вот на пляжной улице еще третий магазин, но я точно не знаю, где он находится. Так, ну что, я свернул на Банга Роуд. Главное, чтобы камеры не намочили, а то у меня чехла нету. Ну, собственно, вот так и празднуется такой праздник. Так. Меня опять облили. Шланга стоит, поливает. Оп. Это жопа.
ребята, это жопа. О, пенная вечеринка даже, ребята, есть пенная вечеринка. Так, вот до середины улицы дохожу, поворачиваю направо, улица. Также придется 2 дня ходить мокрым, постоянно облитым. Так, раньше был здесь этот магазин. Да, еще тальком, сухим еще тальком посыпают. Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошо. Как нехорошо так делать? Спасибо, спасибо. Да, что-то здесь я не нашел его. Магазинчик этого. Вот детки голые бегают.